Всем привет! С вами Информ ТВ. С началом карантина появились слухи о том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова воссоединились. Актриса подтвердила те догадки. Она ответила на вопросы подписчиков в Инстаграме. И, разумеется, их заинтересовало, где же сейчас находится ее муж. «Он в соседней комнате», — ответила звезда. Однако тут же рассказала, что они не воссоединились. Просто у Прилучного остановились съемки в Питере, и он вернулся в Москву. Более того, в их доме сейчас проживает мама Агата, у которой в связи с последними событиями сильно испортились отношения к зятю. Непонятно, почему Прилучный не смог снять отдельное жилье. И это его решение привело к непоправимым последствиям. Сегодня жена Павла заявила, что он избил ее и выгнал семью из дома. Эта информация появилась в телеграм-канале Мэш. Друзья, всем привет! Могу сказать одну большую печальную новость. Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, я не могу его остановить, он во время пандемии нас выгоняет из дома, говорит, уезжайте нахер, так что мы завтра уедем в квартиру, но я не могу не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Я даже не могу сейчас как бы... понять, где мой телефон, собственно, но я завтра постараюсь купить новый и все восстановить. Ну, просто знаете, что вот такой человек Павел, представляете? Просто я вела прямой эфир с Фим. В общем, я никогда не хотела это все выносить на публику, но, к сожалению, у меня просто нет другого оружия. Если я не скажу это сейчас, это все опять замолчится, это все опять прикроется, и человек опять будет нормальным, но... лучше пускай будет так. Мне надоело прикрывать его зад. Он реально 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в немеренных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. И вот так случилось. Привет Жигану, как говорится. Вот. Так что так, друзья. Держите кулачки, надеюсь, мы переживем эту ночь и... Итак. Самоизоляция сказывается на всех по-разному. На Прилучном, например, особенно плохо. По словам супруги Агаты Муцениеце, актер поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома. Девушка записала обращение на телефон матери, так как ее мобильный телефон Прилучный выбросил. Она публично заявила об избиении. Цитата: «Паша забрал мой телефон и выбросил на улицу. Довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он в неадеквате». А как вы считаете, как следует сейчас поступить Агате? Пишите в комментариях. Если вы хотите, чтобы все у нее было хорошо, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!